как и обещала, снимаю видео о том, как я сходила в кино на фильм «Движение вверх». Поначалу я вообще не хотела идти на этот фильм, потому что, во-первых, это наш отечественный фильм, во-вторых, этим все сказано. Ни один отечественный фильм, который я смотрела, современный, меня не вдохновил, не впечатлил и прочее. И я была очень разочарована всеми фильмами отечественными, которыми я только бы не смотрела. Почему я решила сходить? Потому что моя подруга сказала мне такую фразу, типа, я хотела сходить на этот фильм, но мне не удалось, потому что, придя в кинотеатр, все места были выкуплены. Не просто на сегодняшний сеанс, а на несколько дней вперед. Я думаю, ничего себе, какой эпатаж у людей, да, к этому фильму. Мне стало интересно, я посмотрела трейлер, так-то меня заинтересовал этот фильм. Ну, я думаю, была не была, схожу. Что я вам хочу сказать? Очень крутой фильм. Для нашей России то, что они сняли, это вообще очень высокий уровень. Я знаю, что в некоторых, так сказать, городах России при просмотре этого фильма даже вставали и аплодировали. Это очень круто, и правда, многие люди, кто-то плакал, кто-то прям вообще... Вот когда я ходила с подругой на это кино, у нас от волнения аж ладошки потели от того, что вот такой накал в конце был вообще, что ты сидишь и думаешь, ну давай, давай, ну быстрее, ну давай, давай, давай. Спойлерить я не буду, сами сходите, сами посмотрите или дождитесь, когда выйдет в хорошем качестве в интернете. Также приятного просмотра. Хочу в это видео прикрепить несколько отрывок из этого фильма. Старалась снимать так, чтобы вам было, ну, если вы пойдете на этот фильм, не было понятно, что там происходит. То есть, если там был счет, то я пыталась этот счет не снимать. Вот. И также, ну, не буду выкладывать вам последние кадры в этом фильме. Так что желаю всем приятного просмотра. Очень классный фильм. Всем советую. Сашку надо снимать. Попробуй, скажи ему. А забивать будет кто? Ну.